и не хардкор. Спасибо. Хоть так. Хорошо. Еще кип. Я поставил кип инвентарь тоже. Зачем? Ну... А, не надо было. Пожалуй, а у нас грейв нету? Грейв или что там? Да забыл, что у нас грейв есть. Поэтому я поставил кип инвентарь. Зачем? У нас ведь... ведь ты грейв поставил ведь? А? Да, блядь, я забыл. Я дурачине забыл, что у нас грейв есть. А, окей, синг-плеер. Подожди, какой синг-плеер? Подожди. Раз. Create world, окей. Подожди. Раз, так, это я выключу. Вот. А, нет, не create world, мультиплеер. Окей. Раз, копи. Измонтаж считала. Дай пивину от вас. Окей. Хорошо, давай. От сервер. Допустим-то. 1.20. Ой, 1.20. Ой, ё-моё, ну да уберись ты. 20.1. Окей. Done. Refresh. А! Всё, запустился. Привет. Hello. Да-да, hello, hello. Ты с кем там разговариваешь? Со мной? Или с... Hello. Молодец. Hello, он говорит. Если я подключаюсь к миру подключаюсь, а он говорит hello. Какой hello? Я еще даже это самое не подключился-то. Подожди, какой была и буковка? Подожди, почему здесь? Минутку, options. Control, сразу же переходим в control binding. Сразу же переходим в control binding и этот самый делаем. Смотри, что делаем мы с тобой. Сейчас, минутку, где это? Подожди, где эта фигня была? Подожди, мы забыли поставить... Да. Пожалуйста, а он вообще есть? Минуточку. Добавить контент. Минутку. Railcraft Reborn поставить. Короче, куда тракаешь? Какой Ctrl-C? Вот. Вот это вот поставь, пожалуйста, еще. Валя. Я тебе... Ой. Сейчас. Да мне теперь надо опять выйти. Сервер закрыт, конечно, сервер закрыт. Потому что... Сервер закрыт. Сейчас открывается он обратно. Кстати, там есть танки. Это самое... Ты видел? Танки это не те, которые стреляют. Ты испугался, что ли? Там это танки, которые... Это самое, жидкости. Fluid tank. Танк. А, кстати, надо это сам поколдовать. Минуточку, сейчас поколдуем. Сейчас Майнкрафт надо поставить. Сколько у меня там стоит? 14 стоит, многовато 14. Давай поставим 10. Хватит ему 10 гигабайтов. Не понял. Что, крэш? Не это. И ты помнишь Рик и Морти? Да я помню, я Рик и Морти знаю, играл. Ты не играл, смотрел. Я поставлю.
Чего? Какой Рик и Морти? Не это. Только другой. Короче, я запускаю уже. Подожди. Поставлю этого еще. А, кстати, я тебе хочу рассказать это самое. Что? Прикол хочу от... Я хочу рассказать этот самый. А, да, помню эту штуковину. Кстати, я это самое, я смотрел одну эту... Как его называется? Одну серию я смотрел, кстати. И там было, знаешь что? Знаешь что, во что они играли? В той спелы. Знаешь, во что они играли? Ты сейчас засмеешься. В Майнкрафт играли они. Какой? Как? Серьезно, они в Майнкрафт играли. Виртуальный. Минутку. Сейчас. Рик. Это Морти. Сейчас, минутку. Майнкрафт, мины. Сейчас, Минецрафт. Сейчас, минутку. От картиночки. Сейчас, минутку. У них там есть это сама... Я не помню, какая-то серия. Минутку. Копи имейдж. Вот. Так что это самое, видишь? Даже насколько Майнкрафт это самое популярный. Короче, я зашел, все работает. И тоже это Portal Guns. Да, поставил я options. Музыка. Portal Gun. Видео сеттинги. Пожди, чего? Oculus. Минутку. Шейдер паки. Блин, шейдер паков нету никаких. Google. Сейчас я найду какой-нибудь шейдеры. Легенькие. Надо какие-нибудь легенькие шейдеры накатить. Какие-нибудь легенькие шейдеры. Ты там что, смотришь? А кто будет запускать это самое, Play? Я тут сижу, это самое, тебя жду, а ты там это самое смотришь. Sorry. Кстати, знаешь, я тебя недавно вспоминал, Эдгар, тоже. Я недавно тоже анимешку новенькую посмотрел, кстати. Какой? Это, она очень... Похожая это анимешка. Если я его найду, сейчас минутку. Я, короче, если я найду название этой анимешки, которую я смотрел. Новенький. Это что, то же самое с карты, это он меняется. Блин, это, я не могу это найти. Ай.
Я уже запускаю, Татьяна. Короче, я не могу найти. Эдгар. Короче, ладно, давай я, короче, потом посмотрю. Угу. Короче, я потом анимешку посмотрю. Название анимешки. Угу. Заходи. Рефлэш. А, окей. Минутку, рефлэш. Значит... Edit. Да нет, тебе надо новый IP добавить. А, добавить он. Потому я сказал, он меняет. А, ну да, все. И, кстати, она очень похожа на тот, который... Этот самый. Минутка, я в телефоне, кстати, может быть, я в телефоне смотрел. Подожди, я... Подожди, я не только... Подожди, я не только в телефоне смотрел, я еще и на компьютере смотрел. Сейчас. Подожди. Подожди, история. Подожди, где она? А, кстати, я Футураму еще смотрел. Кстати. Да. Я еще. Кстати, я еще Футураму смотрел. Я. Так, минутку. Конвейерные ленты. Блин, я не по... Ладно, короче, надо потом посмотрю. Так. А, опа. Это мне оставил. Спасибо. Это у нас лутер сейчас есть. Поэтому я уже опоздал тут. А, это лутер. Подожди минуточку, да. Сейчас options. А control с keybinding. Кстати, я хочу keybinding посмотреть. А, подожди, где это было? А, не то. Вот она. Нет. Допустим-то. Вот. Так. Подожди. И песок. Окей. Нашел. Ты что, долбоёб? Тебе тоже песок есть. Ага, извини, извини, я пошутил. Не, не надо, не надо, не надо. Я тоже сейчас пошучу. Так. Я пошутил тоже. Я знаю. Жестко пошутил я. Так. Он пошутил. О, погоди. Удари. Удар меня. Удари меня. Так. Мне по... Прошлый шейп ей. Так, погнали. Окей. Так, с девочками я не дерусь теперь. Всё. Так. Я не девочка, я мальчик. Какой ты мальчик? Ты оно. Как там было? Трансформатор ты. Подожди. А, всё в порядке. Окей. Так, допустим-то. Ага. Так. У тебя что, обсидиан есть? Блин, у тебя не получится обсидиан. А, или получится, понимаешь? Здесь поставить, сюда раз... У тебя сколько там было? Много? Два. Блин. Ну, мы сейчас скоро накопаем этот самый железо. Короче, надо будет железо накопать. И тогда... Ты что? Ты думаешь, что здесь остаться может? Ай. Да не, иди. Я уже пошел куда-то. Подожди. Ты пошел, подожди. А ты включил телепортацию? Да. Подожди, а почему карта не прогружается никак?
Я уже вижу кое-что. Я уже тоже видел. Ядрит батон. Я этого не буду делать. Потому что мы сейчас не настолько сильные. Подожди, у меня есть идея. Не, мы можем с тобой забрать только головы, кстати. Слушай, мы можем просто головы забрать. Сейчас? Что? Не знаю. Что ты не знаешь? Мы с мамой тут, я не знаю. Что ты не знаешь? Заберем голову и все. И уйдем. Да, я знаю это. И пофиг на этого самого, визера этого самого. Что же мы? А как зайти сюда? Алло. А, вот вход где. Только, пожалуйста, не ставь. А то мы с тобой это самое... Вообще не сможем. Да, и песок душ заберем тоже. Нафиг он нам нужен здесь. На. Это оставлю. На, песок душ. Да, это нельзя сломать, кстати. Подожди, мне интересно, подожди, у нас Кирион, да, стоит? Подожди. Нельзя, а? Нельзя подобрать. Хитро. Не, лучше поставим его обратно. Ага, обратно. Да. Ага. Обратно поставим. Не, я обратно... Если хочешь обратно ставить, я пошел. Не, голову я не ставлю. Фу. А то... Я знаю, если поставить голову, это будет весело нам. Тут лестница появилась. Подожди, тут книжка есть. А, пустая. Ага. Опа, крафтинг тейбл бесплатный. Печки, камин, полки. О, бумажка. Подожди, бумажка. У меня есть идея. А тут больше ничего нету-то интересного. Не, больше ничего тут нету. А, погнали отсюда тогда. Подожди, я закрою дверь. Чего? А чего? Я протекшн подставил. Чем протекшн? Я не уверен, что визер этот самый визер шторм сможет. Нет. Ты что думаешь, визер шторм не сможет поднять блоки? Нет, ты поставь эту. А. Понял? Это ты специально поставил, чтобы я не мог, да, поставить? Окей. А ну ладно. Ага. Окей. Okay. А ты думаешь, я не найду это самое? А ты думаешь, что я не найду еще какой-нибудь визершторм другой? А я как вот... ты? Как ты получил, будешь получать этой? Command block. Не, я ведь... Ведь он не один здесь, ведь, правильно? Ведь он много его ведь здесь. Нет, один. Серьезно, только один? На карту всю? Да. Один на всю карту, да, получается? Да. Эх, ты хитрая. Подожди, а я. Подожди, а я ведь могу убрать, правильно? Ха-ха-ха! Я могу убрать. Но этого я не буду делать, оп. Оп. Мне просто интересно, а визер шторм, если поставить этот самый штуковину, он сможет поднимать? Хм. Ладно, давай не будем тестировать. Давай не будем. Ладно, погнали лучше. Давай его точно не будем тестировать. О, давай когда вот силы наберемся, вот тогда протестируем. Визер шторма. Я считал, что я со стола просто.
Пошли вон куда-то. Блин, да я не вижу, куда телепортироваться. У меня карта не прогрузилась. У меня карта не прогрузилась. Джей у меня не работает. Там. И там ничего не нарисовано у меня. Да? Я не знаю почему. Ой. Блин. А вслепую черепачиваться это не очень-то умно. Угу. Ладно, давай я... Подожди. На Джей. Ладно, давай я выйду. Сейчас. Найду город. Если я найду город, я тебе отправлю координаты. Окей? Так, и сейчас покушаем. Сейчас я найду. Лепешку. А, кстати, это ведь с этого самого, как его называется, storage мода, да? Правильно? Да. Правильно, Эдгар? Я, это сильно story мода был. Ну да, ну о, теперь работает. О, теперь работает карта. Ну это, я про да. Этот самый визер, визер шторма. Привет. Привет. Визер шторм. Так, визер шторм. Визер шторм-то визер шторм. На... Я пока что ни хрена не вижу. Бамбуки. Опа, я вижу что-то интересное здесь. Опа. Арбалет. Поводок. Железная броня. Так, я не знаю, что можно выложить. Так. Опа, я... Ух ты, это ты прогрузил, да, получается? Тут эта комета упала большая. Так. Так это тут этот самый... Визер штуковина визерская. А, я вижу, ты в эту сторону пошел, вообще в другую сторону. Давай я тоже в эту сторону пойду. Этот откровенно прыгни. Ой-ой-ой. У тебя подвисает, да, когда я телепортируюсь? Нет, сейчас всё нормально. Не, я сейчас... Не вот давай я сейчас буду телепортнусь, вот. А, как у тебя там? Ой, ёп, просто ты. Подожди. Подожди, тут вообще житель... У нас вообще какой-то спавн. Ужасный какой-то. О май гад, о май гад. Сейчас бежим, 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 бежим. Подожди, бежим-то бежим. Блин. Уже нахрен бежим. Я не хочу, чтобы меня убили. Ага. Так. Я пока что не вижу, где я. О! Серьезно! Город нашел. Еее! Пожалуйста, это не город. Это майн колони. Зато я могу поспать. Да, это хорошо.
Все, я майн колони нашел. Это что, туалет? Подожди, это не туалет, это башня. Эл. Подожди, а что тут у нас? А, подожди, у нас печка есть, кровать. Печка, кровать. Ай. Блин, кто это поставил? А. Так, костер. Не, ну тут можно тоже жить уже. Так и жители не это. Надо активизировать это майн-колонии, что жители будет. А еще я нашел пилотера пост, сын. А вот пост нашел, это хорошо. Или нет, это простая башня. Да, это простая башня. Да. Это башня, где может трэп пить. Трэп чест. И бум-бум-бум-бум-бум. А! Я понял. Нет, тогда не надо. Я ищу город. Пожалуйста, зачем нам... Пожалуйста, зачем нам город? Житель? А зачем нам жители-то? Украсти. Я хочу и украсть. Собрать житель. И у нас easy villager есть. Mm. Да, ну и ладно. Делай, что хочешь, я буду здесь жить. Попрошу все. Ладно, я присоединюсь к тебе. Короче, делай, что ты хочешь, я буду... я буду делать то, что я хочу. Так, минутку. Я тоже хочу. Потому что... Не, нам жители, может быть, и не нужны, может быть, и нужны, я не знаю. Когда вот нужны будут, я это самое, пойду найду их. Блин, ты знаешь, что это самое очень сильно зависает? Я понял. Раз, иди. Подожди. Так, сундуки, палочки. Вот. Все замечательно. Так. Пу-пу-пу. Так, мне что нужно? Во-первых, мне дерево нужно. И палочки нужны. Так. Крафтим вот это, во-первых. Погнали. Да ё-моё, да он зависает. Надо было у меня, кстати. Ладно, я отправлю тебе карту. А-а-а! Окей? Да ну нафиг. Я сейчас отправлю тебе карту. Окей. Close, refresh. Delete. Не, я карту тебе отправлю сейчас. Подожди. Карта. Close. Подожди. Так. Карта. Так. Окей, сейчас. Подожди. Подожди, я тебе отправлю карту.
Или ты создал? Сам. Да я могу и создать заново. Подожди, я отправлю тебе карту. Log out from my other account. Join in. Как долго? Как он долго это все делает? Просто нажми на modpack open folder и все. Да знаю, but он очень большой к этой карте. Он не может оправдать. Раз. Эдгар, кстати, а ты знаешь, что скоро будет 1.0 выйдет? В смысле 1.0? А не про Майнкрафт, а Satisfactory 1.0 выйдет скоро. А, окей. Подожди, сейчас. Вот так. Нажимай. И это... Моя карта. Твоя карта. Теперь она моя. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ладно, шучу. Я знаю. Да не. Я собрал. Сейчас. Так, все, я это самое. Я могу еще одну карту тебе создать. Синкплеер. Экспериментал, окей. Сувайвер, окей, зайти. Серьезно, там зависало у тебя. Я пытался положить предметы, он ложился, но с нажатием. Я понял. Так, минутку. А что мне тогда делать? То же самое, что и на той карте, правильно? Нет, ты можешь, когда поставил LAN, и копия только с валок порадуйся. Ну, копия то... Пожалуйста, откуда мне три башки? Не понял я. Это мой инвентарь. А, тут будет так, что если карту отправлю, то это мой инвентарь тебе будет. Ай, блин. Надо было выгрузить. Подожди. Ладно. Сейчас, я помогу тебе. Пока удали эту. Сейчас. Ладно, Stephen Creed. Ладно, давай тогда я это самое. Давай тогда я это найду. Хлам свой. Подожди, сейчас давай тогда я свой хлам найду. Окей, давайте. Удалю. Сейчас. Тогда придется обратно заходить. Свой хлам выложить. Погоди, SA3 зайду. Снова. И ты выложи, и я сохраню. Давай. О. Окей, у меня есть идея. Я запускаю мир. Сначала я выложу свой хлам. Поставить точку. Точку, ну, waypoint, lazy not,
Я поставлю свой честь, выложу свой клан. Он поставит точку. Надеюсь, не жирную точку, как Надя поставишь. Нет, ты точку вейпоинта, ты сам ставишь точку вейпоинта. Ну, а давай, отсылай мне этот самый, как его. Этот. А сейчас. Он запускается еще. Бра! Бра! Мир запускает. Подожди. Подожди, мне просто интересно, а он... Подожди, где эти звуки были? Как мне получилось это? Бэ! Сейчас, подожди. А. Что здесь? Да я тут. Сейчас. Слава Украине. Героям слава. Майнкрафт, сука, это моя жизнь, блядь! Майнкрафт! Майнкрафт! Run. Run. Ну чё, рано рот, погнали нахуй! Ёбаный в рот! Перестаньте воровать! Вот именно. Выйди отсюда, разбийник. Вот выйди отсюда, разбийник. Амугус. Я поставлю свою точку. Ага, свою точку. Давай точку ставь. Точку, точку, запятую, минуточку. Амугус ты. Эдгар. Эдгар. Амугус. Ты поставил? Нет. Нет, еще. Я даже не зашел в игру. Понимаешь, я сейчас копаю, он... О, сейчас нормально вроде бы. Он... Ага, опять начинается. Да, опять начинается. Блоки. Придется... Я понял. Подожди. Подожди, как... Да я выкладываю, как он не хоть... А, он полный, потому что он летает. Вот, сейчас. А, штаны надо выложить тоже. Вот. Все? Подожди, какой тебе тут allocated memory, ты allocated? 10, наверное, или сколько ты там поставил. Вот. А у меня 8. Allocated memory. Вот. Я опустошил свой инвентарь. Так, Джей. Создать new. Окей. Все, я поставил. Окей. Амугус. Эдгар, ты знаешь, ты кто? Амугус, Эдгар. Mm.
А, пока ты там что-то делаешь, я сейчас могу, пока что ты ищешь, я сейчас посмотрю свое. Сейчас я минутку, если я найду. Минутку, минуту. Так. Сейчас, если я найду вообще. Минуточку, где оно было. Так это. Фигня. Ладно, я не трогаю. Этажом кто-то важный смотрел. Не то. Блин. Нет, не то. Блин, надо внимательно посмотреть то, что я... Блин. Так это я Футураму смотрел. Я сейчас пытаюсь найти. И никак я не могу найти. То, что я это... чё? Получение... как сталь получить. Где ты смотрел это анимешку? Я сам не помню даже. Я уже оправлял тебе мир. Я ждал. Блин. Это этот самый Satisfactory, я смотрю про. Да ё-моё. Вот. Может быть, я здесь смотрел. Минуточку. Может быть. Сейчас, минутку посмотрю. Нет, это я Боруто смотрел. Тьфу ты. Ладно, короче, ладно, все. Неважно. Потом я надо будет поискать. Я не просто так тебе сказал, что оно... Оно очень похоже на один анимешку. На другую анимешку похоже очень сильно. Даже потом ты поймешь сам, какую анимешку он похоже. Так, минутку. Если я найду, так, минуточку, давай загружайся. Загружайся, вот оно. Поставился. Сейчас, минутку. Синкплеер. Запуститься. Пока он загружается, я быстро посмотрю. Минуточку. Окей, значит. Минутку, значит. Подожди, тут и... А, да, я здесь вот смотрел. Наверное, подожди. Здесь вот я смотрел, только я... минуточку. Боевики, драмы, мюзиклы. Вот, аниме. Анимешки, пожалуйста. Не то. А, вот, все, нашел! Все, я нашел.
Все, я нашел. Вот, это вот анимешка. Это очень похожая. Просто она мега похожая. Она очень похожая на то, что я то, что мы смотрели. Подожди, а, это я здесь. Я около. А, я понял, где я нахожусь. Подожди, подожди, а мне что надо делать? Open LAN, правильно? Cheat off, Survivor. А порт не надо ставить никакой, да? Не надо. А, старт. И что? А, и скопировать эту, да, надо? Да. Окей, я понял. Сейчас. Сейчас, минутку. Короче, она очень похожая. Она чем-то похожая, но она мега похожая. Я тебе говорю. Только там немножко по-другому все. Я даже тебе не буду рассказывать ничего, что в этой анимешке есть. Я специально... Я тебе даже не спрашивай меня, я тебе не буду ничего рассказывать, все, отстань от меня. Тебе не надо и не нужно, потому я уже смотрел его. Да? Да. Блин, интересно. Окей. Потому что она... так, cheat off, survivor, start. Окей, пожалуйста. А как скопировать это? Скопировать. Оно... А, на зелененькую, окей. Нажал на зелененькую, все. Окей, вставить. Подожди, вставить. Все. Так, подожди, я к тебе не пойду, кстати. Минутку. А ты где? А, ты здесь находишься, окей. Я пошел. Пожалуйста, почему? Find. Find. Чего? А, потому что я не поставил. А, теперь мне тоже надо поставить этот самый, как его. Телепорт. Где оно было? Waypoint teleportation, вот, все. Окей, пожалуйста, почему оно... А, это вот эта вот фигня. А, оно не сохранилось, waypoint'ы. Блин. То есть я не смогу свой вайпоинт найти. Подожди. Так, подожди, а куда я шел вообще? Не, ну если сейчас остановить запись и посмотреть, то да. Но... Подожди, это у нас... Спавн. Да, это спавн. Ладно, давай сейчас, короче, быстро сделаем себе килдык. Короче, вот, я себе килдык быстро сделал. Сейчас, подожди. Так, там визер, это самая штуковина стоит. Которой мы не будем, это самое. Сейчас. Джей. Пожи, Джей. Мне это не надо. Пожи, Джей, поинты. Ремув. Поинты. Подожди. А где я тогда этот самый? Минутку, я где-то в эту сторону шел, что ли? Вот в эту сторону. Подожди, я сейчас тебе отправлю. Еще что-нибудь. Сейчас. Он что-нибудь отправит мне. Подожди. Это будет очень важно тебе. Так. Да, мне не очень важно. Подожди, а почему он не прогружается-то? Подожди, Джей. А, вот, прогрузилось. Так. Ау, сейчас. Подожди. Я быстро веду.
Паша, а в какую сторону я шел-то? Может, поэтому... Короче, да пофиг. Ай. Нам тогда я вернулся обратно. Да пофиг, короче. Сейчас, минутку, только дерево я найду. Вообще. Короче. Пофиг. Сейчас, можно я найду твою мечту. Потому я близости был. Я близости был. Сейчас. Так. Я очень близко был. Близко, но, пиписька. Но... Сосиська. Сейчас, подожди. А ты где у нас вообще? А, ты еще присоединяешься, да? Да. Звезда. Окей, я уже здесь. Окей. Растворд. Нет. Ты не тут. О! Телепорт второй раз. Так. Окей. Так ты... А-а-а. Так. Так, пошли. Буковка У. Нет. А, это шейдер же. Ладно, неважно. Так. Ладиан, если я тебе отправлял. Что ты мне отправлял? Ты ничего не отправил мне. Чат посмотри. Ты ничего не видно тут. А, подожди. Подожди. Опять пиздишь. Жить. Видел? Нет, я ничего не... нету. Anchor join и все. А, погоди. Погоди. П и нос пил. А, П и что? А! А чего? А! А вот почему ты. Все, я понял. Сейчас есть? Я понял, почему ты. А сейчас не... Подожди. Короче, я тебя заблокировал в этом самом, как его называется-то, в Майкрософте. Подожди. Раз. Иди шо. Ты тут кровать поставил? Или ты сказал, что ты нашел кровать? Ой, ёб твою, Эдгар. Иди в баню, а. Извини. Так, подожди, опа-на. Сейчас. Подожди минутку, мне надо скрафтить что-нибудь. А сейчас видишь? Так. Подожди, мне надо, чтобы тебе это самое, чтобы видеть, мне надо зайти в это Microsoft и тебя разблокировать там. Но купаешь, и то он не лет, так что. Сейчас, подожди. Вот, все, я... А, короче, мне пофиг на эти самые... А, опа, я могу делать... Подожди, это кровать? Бэк. Все, я могу такое делать, кстати. О, а, да! Ну купай тут. Ради, ну купай только что отсутствует. А-а-а! Иди в баню! Отстань от меня! Не-не-не-не-не, да. Ты не будешь меня убить. Да я тебя убью. Окей. Okay. Монстр Хунтер. Окей, Радиан. Это тут и какой чат. Да отстань от меня в чате. Не в чате, отстань, пожалуйста. Я твои вещи нашел, поэтому я тебе дал. Да мне все равно уже.
Чего? Можешь забрать себе. Если такой... Не, не буду. Да мне он мне нафиг нужно. Я это самое, возвращаюсь обратно на спавн. Почему? Так. Тут пистолет. Так, окей, так. Сейчас у меня есть идея. Если... Я придумал. Давай. Сейчас. Так, я буду строить тут. Так, значит. Так. Мне шикарная идея. Давай. У него шикарная идея. Сейчас я себе убиваю. Давай, давай. Я буду драться тебе. Умирать от травности. Так, надо мне найти где-нибудь этот самый... Боже, камушек надо найти. Ага. Камушек можно здесь. У нас карьон есть. Родион, у нас карьон есть. Да? Ай, да! Блин, а вот это я плохо сделал. Ага. Что случилось? Я... Короче, Эдгар, я нашел, знаешь что? Я нашел нефть. Понял. Где ты, Родион? Я... Я тут на спавне, но у меня тут проблема. Я тут на спавне нашел нефть. Аккуратно, кстати. А смотри, вот, посмотри, у того вот есть кое-что, вот, у того вот. Я понял. И... Ай, я тебя хотел скинуть. Я понял. Возьми свои вещи сейчас. Зачем? Я карьон на твоим вещам. Я буду карьонить тебе. Карьонить меня будешь? А, я понял. Mm-hmm. Блин. Вот, все. А он говорил, что он не радужный. Ой. Спасибо. Да, это мои вещи, кстати. Да ладно! Теперь у меня два! Два верстака. Ой, не. Да, замечательно. У меня теперь два верстака есть. Я возьму свой верстак сейчас. Блин, там был этот уголь. Ладно. Ай. Подожди. Создай точку. Создай здесь точку. Точку запятую, подожди. Создать. Чего? Модел эту книгу. Создать. Все. Теперь мне надо на спавн обратно. Там был этот самый, как его называется-то? Там был... А, не этот уголь. Я искал. Там был уголь. Вот этот вот уголь. Да, вот там уголь. Ладно, неважно. Мне нужно уголь. Во. Шикарно. Во. Теперь хотя бы ничего не зависает у меня. Да, я это точно. А у тебя... Эдгар. Где? Тоже нет. Ну, ну конечно, потому что у меня... На 10, ой, поставлю. Сейчас. Я, это получается, я этот самый, как его называется-то? Как сервер я, получается, что ли? Так, минутку. Угу. Сейчас. Так. О, кстати, я могу? Да, могу вот это делать. Аккуратно, ты не можешь выйти люди. Какие люди? Ай. Сейчас. Какие люди? Эдгар, какие люди? Блин, мне надо уголь собрать. Сейчас. Потому что я не выкопал. Я не могу это добыть. А это я могу добыть? Нет, и это не могу добыть. А, вот это я могу добыть. Вот, копежем. Копер я могу добыть. Да. Ай. Копер.
Подожди, это что у нас? Ага, это тин. Замечательно, тин, подбираем тин. Ладно, я погнал, короче, в этот самый обратно. Ща погнали сюда, вот. А, не понял, это кто тут умный такой? А, это я тут сейчас сломал, да? Так, аккуратно это ломаем. Ай, отдай. Так, это моё, так, значит. Такс. Так, 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 так. У меня есть что покушать? Есть у меня покушать. Вот, у меня что покушать. Вот, покушали. Так, значит, вот это мне нужно будет, вот это нужно будет. Что еще мне нужно? Палки нужны. Замечательно. Деревьев нету. Пока Эдгар не видит, я его это самое под... Хе-хе. Я у тебя своровал. Чего? Нет? Нет? Деревья еще есть. Пошли со мной. Давай идем, пошли. А я ее забрал? Да. А, чего? Я подобрал. Чего? What can I do for you? Чего? А, не понял. Почему мужик? Опа, женщина. Okay. So what'll it be for you? А, мужик. Я не понял. Yeah. Это что, трансгендер? Трансформатор! Подожди, ладно, сейчас, пошли. А, пошли со мной, я тебе это самое, сейчас. А, давай, ой. Need да. Something? Да-да-да, идем. Подожди. Today's a fine day. Давай, пошли, вот тут кровати есть. Need something? Вот тут две кровати есть, давай. Раздевайся, мы с тобой будем тут это, того. Сейчас, подожди. А, чего? Паша, а как ты это сделал? Я right click on here. I reactivated. Сейчас. Call worker. Right away! Ух ты ж. Тут этот самый есть. Неплохо. Build option. Okay. Блин, а зачем ты их это самое? Ведь еще их надо будет кормить, а у нас нечем пока что кормить их. Пока что нечем. Ну а я сейчас немножко начну строить. Сейчас, минутку. У нас нечем их кормить даже. И защищать у нас тоже нечем. Пока что. Мне бы сейчас бы найти бы железка бы. Хотя бы немножко железка бы. Было бы вообще шикарно. Пошли, где-то я начал копать. Ты чего? Ты чего сказал, что нечем кормить? Да, у нас нечем кормить его. Пошли, у тебя железа нету, да? Да, у тебя железа вообще нет. Нету тоже. Нету, нету. Пошли, а где я копал? Подожди, а где я тогда копал? Минуточку. Я не понял. А где я копал? Чего? Ладно. Странно. Подожди, это там башня, это тоже с этого, как его? Да, это тоже. Подожди, а это что у нас? Это у нас этот самый, как его называется? Это центр, да? Reactivated. Это... О, это Ractus. Мне вот шахта как раз нужна, но... Блин, а ты сейчас не вылезешь отсюда, да? Ща. Я тебе помогу. Я уже внизу. Сейчас я не копаю. Я это копал.
Ладно, неважно, короче, я еще покопаю. Чего? А что с ним не так? Ты кто? А что ему надо? I'm waiting for something. А, ему лопату нужно. И спать ему еще надо. И спать нужно, и лопата нужна. Сейчас, подожди. Спать и лопата и нужна. Подожди, ты, может, здесь скопал? Боже, где? Где этот? Боже, где он? Только что был. I can't work like that. Боже, как ему дать? Хунгер. Боже, а как ему дать? Сюда положить ему, да? Давай я посплю. Кинь ему. Что кушать? Что покушать? Боже, да у меня самого кушать нечего. Подожди, подожди. Сейчас. Где водичка? Где? А, ты это создал тут? Окей. Молодец, это Эдгар. Дай ему покушать. Ага, у меня самого кушать нечего. А он говорит, дай ему покушать. Пошли, это твой крафтинг тейбл? Может был, да. Забирай. Забирай. Это. Так. Так вот. А меня сейчас самому не это чего кушать. А, есть. А у меня сейчас будет кушать. Во. Эладиан. Посмотри! Так, минуточку. Хлебушек. Окей, забрать хлебушек. Посмотри, Эладиан. Ты что, думаешь, такой самый умный? Эдгар, ты что, думаешь, умный такой, да? Ты можешь бегать. Тоже. Так я быстро бегаю. Спринт. Да, я побыстро бегать не смогу. Я... Я сам голодный хожу. У меня нечего кушать. Чтобы быстро бегать. Я сам как бомж. Хожу это самое. У меня нечего кушать, а это самое... Так. Я бы с этими жителями поделился бы покушать, но у меня... Так, минутку. Во, у меня теперь есть хлебушек. И много теперь хлебушка есть. Так. А как мне с ним поделиться-то хлебушком? Рефлэш. Во, у меня теперь и хлебушек есть. What's it today, then? Так вот, я сейчас так, хлебушка. Открывай инвентарь, я и поставил. А. Блин, это надо... Слушай, это надо столовку крафтить им отдельно, чтобы 100 раз не бегать, правильно? Да. It's a fine day. А. А, у него хлебушек есть, у него. Окей. Так. Что ему надо? Сейчас, подожди. Да мы с тобой сейчас это самое, Эдгар. А, только кобалтон был нужно. Давай, работай, работай. Хлебушек. А, хлебушек. Так, хлебушек. Вот, я очень много хлебушка накрафтил, кстати. О май гад.
Пум-пум, подожди. Так. А что нам нужно сейчас в данный момент? Подожди, это что? Стон-генератор? Ой. Подожди, это что, кусочки камня? Тайный стон. Подожди, это что? Кусочки камня. И что мне с ним делать? О, он Small Stone. Ага. А, все, я понял, что это. Это фигня, короче. Это можно выкинуть, нафиг оно нужно. Вот это вот. Я понял. Я понял, что это такое. Подожди, что нам нужно? Мне нужно железо, во-первых. Железо и еще нужно факел. Да, факел нужно. Так, факел. У нас факела есть. И вот это. Так, вот это. Я могу... Да, вот это есть. У нас, значит, факела. Крафтим. Так, минутку. Дерево у нас есть? Конечно, есть. Ага. Да-да-да, дерево у нас есть. Да-да-да. Конечно, дерево у нас есть. Значит. Так, значит, во-первых, делаем этот самый, как его, палочки. А во-вторых, делаем люк. А в-третьих, делаем... Чё это такое? А... Почему? Я хочу обычный. Ладно. Так, один люк нужен будет. Палочки сюда положим, все. Короче, я буду... Здесь вот где-нибудь буду копать. Короче. Чтоб Эдгар не видел. Что тебе надо? Ничего тут нету. Иди в баню. Пошел вон. Тут ничего нету. Для тебя. Радужный ты мой дружочек. А. Какое правило Майнкрафта, Эдгар? Не копай под себя, правильно? Угу. Пофиг. Вообще. Так, минутку. Блин. Тут опять эта фигня. Ага. Опа, там руда какая-то непонятная. Блин. А как мне избавиться от этого? Вот. Во, шикарно. Сколько тут еще? 9 штук я могу скрафтить. Поставить, то есть. Вниз. Вот. Раз. Два. А я могу добыть? Да, могу этим добыть. Опа. 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 Железо. Опа. Я 7 железа нашел, кстати. Я с Эдгаром не поделюсь, кстати. Ой. Так куда ты уехал? Да. Да и не ты уехал. Во. Сейчас.
сейчас. Во, шикарно. А, окей, три штучки, а? О, так, смесь. А, что это? Зинцы я не могу добыть, я понял. А, копер. Зинц опять. Ага, две зинца нужна, я понял. Так, минутку. Давай сюда факел поставим. Раз, а, два, три. Окей, все. Вот, шикарно. Погнали крафтить. Ой, не крафтить, а копать вниз опять. Теперь уже ступеньками пойдем крафтить. А, это я могу добыть. Подожди, мы ведь не поставили, да? Подожди, F7. F8. Да, мы не поставили. F9. Да, мы не поставили эту штуковину. Ладно. Блин, плохо. Да. Мы не поставили эту. А, не light overlay, а этот самый... Подожди, чего? Лиат? Тин? Ага. Блин, я испугался, что это драконик руда. А это, кажется, лиат руда. Лит. Руда. Опа, железо! Ядрит колотить, как мне везет, а? Почему мне так везет сегодня? А, подожди, там на улице день, надеюсь? Сейчас да, я поспал. А, спасибо. Что тебе надо? Иди в баню, пожалуйста. От моего люка. Что ты как это самое? Еврей около доллара бегаешь, около моего люка. Остань. Серьезно. Я чиню этого. Видишь? Ты как еврей, реально, Эдгар. Ты как еврей около моего люка все время шастаешь и шастаешь. Шастаешь и шастаешь. Все ищешь и ищешь что-то там. Он чинит. Так, минутку. Сам ты такой. Нет, это житель прыгнул на кастрюлю. Подожди, а где эта сама штуковина? Подожди, у нас есть? А! Подожди, ведь я могу сам. Ладно, я сам могу. Вот это вот тогда давай. Сейчас, минутку. Да, мне вот это вот надо срочно. Во. Шикарно. Так. А, вот это. Печка. А, оп. Во. Шикарно. Значит, пережариваем железка. Железка пережариваем. Вот. А! Ёп. Мудила напугал меня. Извини. Да не ты. Да извини, что я смеялся. Это фигня это. Мне этот самый, да, ерунда, Эдгар. Меня этот самый напугал. Я сейчас просто очень... Как его называется-то? Я очень сейчас... А, кстати, ты ведь... Ты знаешь. Наверное, ты не... Сейчас. Не смотрел видео. У меня в Ютубе
А видео есть. Называется, знаешь, как? Называется оно хоррор. Хоррор. Можешь не смотреть, но я тебе просто расскажу. Я тебе расскажу. Минуточку. Cave Horror Project. Wait, Cave Horror Project E? Нет. Я это пошутил. Там вот именно хоррор точно. Там такое. Там такие эти самые ходят. Короче, я поставлю. Ой. А, кстати, минуточку. А я могу ведь пережарить? Пожди, мне надо пережарить. Камушек мне нужно пережарить. Не понял. Так я камушек пережарю. А, раз, два, три. Подожди, кстати, еще надо ведро скрафтить срочно. Вот, бакет и водичку возьму обязательно. Ой, кстати, один этот самый как раз для этого самого мне. Окей. Подожди, а тут я могу поставить этот? А, мы не поставили эту фигню. Короче, я поставлю эту фигню. Чтобы крипер нас не бомбанул случайно. Нет, здесь не надо. Это Майкл он и барьер уже защищает от криперсов. Майкл он и протектор уже защищает от взрыва. Так. Это уже Родион. Я не могу открыть свои карты. Честно. Я сейчас свою честь не могу открыть. Да? Да-да? Да. Да. Приглаз... Узайтельман команда. Команду. Команду пригласить тебе так добавить. Эдгара. Ну сам ты виноват. Тогда ты... Ты мог делать, да, так, правильно. Теперь ты сам виноват, Эдгар. Добро пожаловать. Как это было? Welcome to the party. Не. Не, неправильно сказал. Да. Welcome to the club. Welcome to Gachimuchi club. Ты тоже не знаешь, что такое Gachimuchi. Ладно, не важно. Все. Это чего? Это домик? Или? Эдгар, кстати, я хотел спросить кое-что, Эдгар. А ты играл в этот, как его называется-то, Эдгар? В этот. Эдгар, ты играл в этот, как его называется-то? Сейчас, если я вспомню, как он называется, Эдгар? Этот. Эдгар, ты играл в этот... Как этот звать-то? Не мод, а этот самый, как его называется, это игра. Нет, не House Party. Ой-ой-ой, осуждаю. Сейчас, минутку, сейчас. Я играл Смуту, во! Смута. Смута? Шмута. Не? Типа русская игра, типа это, ладно, неважно. Короче, можешь даже не играть в нее. Блин, это я не могу еще починить. Да, подожди. Подожди, это что у нас? Зинц. Зинц, вот это вот надо выкапывать вот этим. Короче, я просто одну серию записал этой игры, и потом все. Она настолько классная игра это, что
ее так хвалят, Эдгар. Эту игру. В смысле? Эту игру так хвалят. В отрицательном образе. Ее так хвалят, Эдгар. Отрицательно ее хвалят. Понял прикол? Ее отрицательно хвалят, эту игру. Понятно. Сейчас кушать надо, покушать. Опа, уголек. Блин, а зачем? А, кстати, во что ты, Эдгар, играл? Расскажи мне, пожалуйста, во что ты играл? Не знаю, я не помню. Вот, допустим, вчера во что ты играл, Эдгар? Скажи, пожалуйста. Майнкрафт. Майнкрафт. Логично. Да. Я тебе тоже могу сказать, что я вчера в Майнкрафт играл. В этот самый, как его называется, да, в Майнкрафт Фабрик. Свой модпак играл. А. Хорошо. Это хорошо. Эдгар, может, пойдешь спать уже? Может, пойдем спать? Нет, это не было такое зубание. Потому что... Это не было такое зубание, что спать. Подожди, но все равно сейчас уже 12 часов ночи. Да. А то тебе опять, Эдгар, это самое, к тебе придут и скажут... А я не буду говорить, что тебе скажут. Ой. Где я? Я тут. Так, подожди, мне нужно забрать вот эту фигню. Опа, я, кстати, нашел, знаешь, что, Эдгар? Я нашел жиоду. Или не жиоду нашел, правильно? Да, жиоду нашел, правильно? Deep Slate Uran. Опа, я Deep Slate Uran еще нашел, Эдгар. А я нашел, что я хотел найти. Что найти. Именно? Я могу копать это? Да, я могу. Копать? Я... А ты что ищешь? Этот самый... не говори, что ты нашел этот самый, как его? Prosperity. Infidemus, да. Нашел. А это... Блин. Еще и жилечку нашел. Не, я думал, ты этот самый нашел. Помогает, я еще жилечку нашел. Я думал, ты нашел этот, как его называется, знаешь, что? Блин. Я думал, ты нашел этот. Эдгар, я думал, что ты нашел этот. Подожди, а он растет? Серьезно, он растет. Серьезно, живота так вот тоже растет. Круто. Круто. А, да. Его может тоже расти и выращивать, да. О. Кстати, я не просто так, я тут жиоду нашел. Эдгар. О, это, блин, это не алмазы. Меня надули. Блин, я думаю, это алмазы, это не алмазы. Сейчас. Я думаю, я такой, сейчас алмазы, а это не алмазы. Да где он, я нашел, где ты копал. Я уже нашел, где ты копал. Иди сюда. Зачем? Тин, выкапываем. Это что у нас? Deep Slate что-то? Лиад. Okay, выкапываем. Это я могу выкопать? Это копал, где эти два сундуки я нашел. Ну, мои сундуки, они уже стоят тут. А я нашел, где эти копал. Ты спрятал, да, под сундуками, да, получается? Да нет, это... За сундуками. Ай, ладно. Короче, не важно, Эдгар. Можешь пользоваться. Можешь. Я все равно ведь... Это самое не...
Опа-на, что я нашел? Подожди. Угадай, где я иду? Полина! Угадай, где я иду? Ты, надеюсь, не ко мне идешь? Мразота. Вот теперь ты. Опа. Дипсайд Силвер. Полин. Ты слышал меня? Значит, я уйду. Пошел вон отсюда. Пошел в... Okay. Нахер, козел! Подожди, это надо сломать, а? А, это вот эта вот фигня. Сейчас аккуратно, да. А где... Подожди, а как ты сюда забрался, алло? Подожди, а где выход? А, там выход, что ли? Минутку. А, здесь выход, ядрит колотить. Пожалуйста, зачем ты ко мне идешь, а? Скажи, пожалуйста, у тебя что там, честно, что ли? Окей. Торт, by the way, почему ты не мог телепортать? Подожди, а почему? А. Потому что я это... Пешочком сейчас пройдемся. Наверху, надеюсь, там этот... Ты опять какую-то гадость сделал, да? Не. Ты лаву там разлил на голову или энвил положил? Не. Лаву ты нашел? Лаву мы можем со спавна взять, кстати. Так, железо. Понимаешь, я сейчас очень занят немножко этим. Пу-пу-пу, у меня тут руда есть. И у меня есть этот самый. И мы... Ага, железо надо, кстати. Давай я железо. У меня железо есть. Немножко. Мне тоже. Сейчас. Так, у меня ведро есть теперь. Бакет с этим самым. Так. Я тоже ведро и сделал сейчас. Так, давай я сюда поставлю. Сейчас. Не-не-не-не-не. Ты делаешь со мной. Так. Ты окей. Со мной тоже. Не, я с тобой не пойду. Спасибо, Эдгар. Не, я деливаюсь, сказал. Это чё аккуратно. Так. Подожди, надо здесь точку тоже создать. Подожди-ка. Окей. А да пофиг. Короче, так вот. Так, подожди, где я поставил? А. Сюда. Так. Так, я могу такое сделать даже. Так, пожалуйста. А почему я могу вот так вот делать? Ага. Так. Зачем? О. Подожди, чего? Что зачем? Да я не тебе. Я не тебе. Сейчас. А зачем тебе. Слушай, а зачем тебе лава тогда? Сейчас узнаешь. Ты будешь пережаривать, да? Возьму одну бакет водички. Ну, тел... Ты можешь в этом устасить портал?
А какой портал? Подожди, который я строю? А, ты уже строишь? Погоди, где ты нашел еще лаву? Я тебе говорю, что я на спавне беру. А, окей. Сказочный волшебник. И зачем нет, его выпустили? Так, минутку, что там? Раз, два, три. Все правильно, вот так. Вот так. Тогда я могу использовать этот портал тоже? Естественно! А, окей. Нет. Затем нет. Пошутил я! Хорошо. Я хорошо пошутил я. Естественно! Я такой думал, да, что, естественно, да. Я такой, нет. Ладно. Ой. Ладно, я шучу, так пожди. Естественно, можешь, только. Пожди, если он вообще построится у меня. Потому что. Потому что косорукий. Потому что косорукий строитель. Так. Так кто сюда эти столбы поставил? А, даже я знаю. Да, не говори, кто это поставил столбы эти. Да я знаю. Так, сюда. Ага. Так. Опа-на! Что я вижу? Опа-на! Блин. Ага, опа-на, конечно. Ага. Тихо. Спокойно, тихо. Опа. Так. Пока Эдгар ведь не видит ничего. Опа, Эдгар ничего не видел. Кива. Эдгар ничего не видел, я забрал. Ты стримишь? Нет. Слишком поздно стримить. Угу. Я... блок золота. Ладно. Не будем. Может быть, он пригодится... А, кстати, он пригодится нам. Для другого. Пожди. Подожди. Сейчас. А чего? А ну да, может и я так. Я уже поставил. Yes. Так, у нас есть с вами... да, железо есть у нас немножко. Так, железо есть. Пум-пум-пум. Так. А, даже вот это есть. У меня Иран Пекакс есть. Я иду алмазы искать. Давай, иди искать. Алмазный Пекакс, он идет искать. Так, минутку. Не для этого алмазы искать. А я пока что пойду в Незер. Давай, сразу. Блин. Ага, сразу же. Блин. Окей, я понял. Ядрит колотить, какая штуковина летающая. Неплохо. А это плохо, кстати. Но я вижу там вот. Не, ну это... Ты, конечно, молодец. Ага, ай-яй-яй, ой-ой. Меня скинул. Блин. Морозота. Морозота, криозота. Я не тебе, если что. Я понял. А где?
Чего? А, у нас этот. Фу, ты испугался. А, подожди, тогда сейчас минутку, надо создать точку. Надо точку создать. И... Серьезно? Ой, да ладно, пофиг. Серьезно? Вот это везение, Эдгар. Что? Ты сейчас просто офигеешь. Отрыв нашел. Да. Блин. Ай, да, блин, я забыл, что тут это самое. Яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Лопата не надо. О, минус. Подожди, а как сюда зайти? А. Я понял, вот такой зайти заходится. Ух ты ж! Полина! Так, плюс. А я дай-нибудь нашел один. Только один даймонд. Опа, на что я нашел еще? Это фигню нашел. Так, какая мерзость. Стулья. И вот кто-то я просто беру с собой. Ой-ой-ой! А, чего? Он не видит меня? А, он видит меня. Оп. Ты опять телепортируешься, да? Нет. Хрень какая-то. О. Я тебе могу, знаешь, что дать, Эдгар? Я тебе могу... Боже. А где ты, Эдгар? Уже в пещере копаю. Пожалуйста, а я могу одеть им броню? А, я не могу броню одеть жителям. Не знаю. Опять полные сундуки. Эдгар, знаешь что? Я тебе расскажу. Расскажу интересное. А я
добыл 3 головы визера. Окей, я погнал вниз. Если не просто так, это самое угрожаю, что я добыл 3 головы визера. Незере? А, да. В Незере. Если не просто так, Эдгар. Я тебя предупреждаю, Эдгар. Я могу случайно вызвать визер шторма. Я понял. Только я его не буду делать. Вот когда мы с тобой это самое... Как его называется-то? Прокачаемся? Вот этот самый, как его называется-то? Минутку. Минутку. Ремов. Так, эдит. Минутку. Окей. Что окей? Ты что-то это самое, как его называется-то? Нашел ценное? Нет, еще. Я еще алмазы. Алмазы ищет. Нет, я не бежу. Вот ты иди туда. Ладно, тогда ищи это алмазы, а я буду другой искать. Чего? Ха. А тут ничего такого. Опа, она вот там вот есть. Так, погнали. Пожалуйста, золото нам нужно будет, Эдгар? Да. А для этого вот крафта тоже надо золото? Вот я не знаю, редстон. А, редстон мне доберу. Да, вот редстоун подбирай. Я кварц. Лоустон нужно. Чего Лоустон надо? Лоустон тоже нужен. Лоустон даст. Блин. Вот именно я этим сейчас и занимаюсь. Ты думаешь, я просто так в Незер пошел? Я тебе самое легкое оставил, Эдгар. Эдгар, я тебе самая легкая. Тебе это самое, как его называется-то? Во! Опа, у меня слеза газ-то есть. Эдгар. Газ-тир у меня есть, Эдгар. Мы сможем это самое, кристаллы скрафтить. Да, отстань от меня, пожалуйста, отстань. Я не тебе, если что. Эдгар, я скрафтил. Ой, скрафтил. Я нашел этот самый. Я нашел Glowstone, Эдгар. Это было... как его называется-то? Home. Так, Glowstone у меня есть уже. Так, остается. Так, у меня остается что? Обсидиан. Камень нужен еще будет, блин. Обсидиан камень нужен будет. Пу-пу-пу, ладно, погнали крафтить. Значит, камень нужно. Раз, два, три, четыре. Допустим, так пускай будет раз, два, три, четыре.
8 штук, пускай крафтится. Пускай 8 штук крафтится. Так, мне нужно... Боже, что мне нужно было? Мне нужны алмазы теперь. Блин, теперь алмазы надо найти, правильно? Ладно. Погнали вниз копать. Мне нужны алмазы теперь. Блин, какие алмазы? Блин. Я шел за факелом вообще. А что у нас? Я за факелами шел. Молодец я. О, ой! Я, кстати, молодец, Эдгар. Я шел за факелами, пошел в Незер копать глоустоун. Вообще гениально. Так, уголь. Вот, фу, не уголь, а медь. Чего? Тут надо золотая. Ой, фу, не золотая, а этот самый. Железная кирка. Так, это можно копать вот этим. Блин, молодец я. Чего? Да что это за руда такая красная? Не красная это. Какие он называется-то? А это не то. Блин, это не то руда. Блин, я думаю, это алмаз, а это не алмаз. Опять меня где-то... так. Так. Блин. Так. Уран. Опа, железо. Я богатый. Я говорю, я богатый. Та-та-та-та-там. Та-т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 а
TTM remove. New. Создать. Home. Блин, тут ночь уже. Надо поспать. Я богаче, чем Эдгар. Окей, пока там Эдгар будет копать свой этот самый... Пока Эдгар будет копать... как его звать-то? Смотри, у меня есть тут этот самый, ага?
А у меня есть или нету? Ага, это палка у меня есть только. А вот еще две штучки. Две палочки. Крафтим вот это. Сгорел? Эдгар, а что? Не говори, что ты нашел этот самый, как его называется-то? Не обсидиан, а этот самый. А этот самый нашел. Пикакс здесь крафтил. Алмазный. Не? Нет, еще. Какая жалость, а я уже скрафтил. Блин. Вот почему ты. Я тебе говорил, что ты. Собака женского рода. Серьезно, еще вот это вот обсидиан. А что? Блин, блин, ты ведь все равно алмазы понадобятся. Блин, а для этого сам, правильно? Блин. Блин, а сколько там надо? А, там одна штука надо, да? Угу. Ну это фигня из-под коня. Подожди. Еще одна штука нужна, подожди, да ёп. Одна штука нужна, где-то она была у меня. Подожди. Ведь я... Подожди, есть одна штучка. Вот. Теперь мне нужно... Так. Так, мне нужно теперь найти этот самый. Пойду сейчас редстоун копать. Так, пойдем редстоун копать. Подожди, так. Я с тобой не хочу делиться. У меня есть редстоун. А я с тобой это самое. Это хорошо, что у тебя редстоун есть. Вот давай ищи те компоненты, которые тебе нужны. А я ищу те компоненты, которые мне нужны. Правда, мы с тобой... Теперь у меня редстоун уже тоже есть. Тас! Ладно. Я иду спать сейчас. Давай, иди спать. Да, я сейчас тоже пойду спать, я только скрафчу редстоун, тут у меня есть уже кусочек редстоун, алмаз есть, обсидиан есть у меня. Боже, что там надо было еще? Камень у меня есть. Потому что папа тоже идет спать. Вот правильно, иди спать, Эдгар. Все правильно, иди. А я сейчас найду, подожди, в своих сундуках. Бля, а где глоустоун? Где Глоустоун? Глоустоун. Ведь я только что его... А вот он, Глоустоун. Так, значит. Вот. Философский камень. И... Table Transmutator Table. Вот. И Transmutator Table я скрафтил. Кто найдет? Что я не слышу? Я слышу. Так, значит. Transmutator Table. Факела это. Это айрон. Пикакс этот. Хлебушек это. Айрон вот это. Это глоустоун камушек. Обсидиан, редстоун. Так это мы оденем на себя. Штаны тоже на себя оденем. Так, камушек весь. Выкладываем железка. Это все выкладываем сюда. Это. Так, теперь можем это все сломать спокойно.
Теперь мне, нам не нужно переживать. А, хлебушек крафтим. Хлебушек тоже сюда ложим. Лава бакет. А стики. Смут. Этот самый смут. А, железо. Эти самые. Забираем все вот это вот. Это тоже можно, это тоже можно. Погнали. Закидываем все. Это тоже можно, это нельзя. Это можно, это тоже можно. Рыбу. Палочка. Это нельзя, это можно. Это... Так, это тоже. Так, это... Ладно, тоже закинем, пофиг. Что у нас за Fortune 2? Ладно. Окей, песок. Так. Так, подожди. Мне нужно скрафтить. Ну, такой, не песок мне нужен. Мне нужно этот самый перешарить. Стекло. Блин, что-то... Андезит. Так, это все закидываем сюда. Вот. И стекло тоже сюда закидываем. Так, значит, минус, очень много хлама, минус. Это опа, это глоустоун, флюорит, процветание, осьми есть даже у меня, ничего себе. Это надо только пережарить еще будет. Так. А, чего? Ага. Так. Почему так получается, что я опять первый? Первее, чем Эдгар, а? Тьфу ты! Не пугай меня, пожалуйста. Это все? Хлеб, палочки. Так, мне нужно тоже два вот этих. А, я могу топор взять вот этот. Так. Ага, я могу выучить вот это. Чего? Эдгар ушел спать. Я думал, он сказал back, он идет бай. Он сказал. Ладно. Бай так бай. Только я все это выложу сюда. Так, и это я сломаю. Ага. Это потом все пережарим. Может быть. Ой. Так. Так.
Так, минуточку. Так, пикакс. Diamond пикакс. Оп. Так, надо выучить вот эти вот штуковины. Вот. Вот. И весь мой хлам. Так, можно выходить и завершать. Окейшки. Фух.